Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество на стандартной скорости проходить Sid Meier's Civilization 6 за Мапуче. Огромная карта на 20 цивилизаций, континенты, так что рекомендую посмотреть с самого начала, если вы случайно наткнулись на это видео. Ссылка на первую серию есть в описании. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. И напоминаю, прошу, умоляю, не забывайте делать клипы и кидать ссылку в описание к этому видео, чтобы я потом мог собрать такое мини-видео. Ну что ж, все, ну многие цивилизации тут уже пытаются улететь. Я, в общем-то, один из них. Давайте не отставать. Петр Великий в прошлой серии побежден. Немножко еще осталось немцу два хода, в общем-то, продержаться. Я думаю, что пора объявлять войну Испании. Че ждать? Ну или Кабул давайте сначала возьмем, не знаю. Кабул тоже можно захватить. А кто союзник Кабула? Почекуток, наверное, О, кстати, вот как раз можно... Да, отлично, он продолжает быть со мной в союзе, это здорово. Потому что... Именно к нему у меня основные караваны бегают, пока я тут весь континент захватываю. С Почекутоком у нас... Ну, испанцу можно будет Сарагосу оставить, как раз она отвалится. Нет, ну давайте с Кабула начну. Как раз. Нафига он нам тут? Ой, блин, я его не вижу. Ну, давайте Малоном подойдем. Так. Блин, не достает самолетик. Черт. И тут тоже явно не будет доставать. Ну, наверное, надо объявить войну и Испании тоже, иначе. Так, в Питере есть. Я знаю, что в Питере пить, но в Питере, я имею в виду, есть самолет. Надо часть перебросить. Давайте так. Тут, наверное, апнем этих кирасиров и объединим их. Ну, объединим их в армию. Так, а собственно, у меня еще есть какая-нибудь не армия. Ну вот кавалерия бежит. Так, летучий отряд, армия. Вот. Летучий отряд, корпус, к нему вот эта кавалерия бежит, все остальные, по-моему, уже армии. Пушка, армия. Ну, а всадник Малон еще, да. Ну, так всадник Малон это и есть. Блин, я, наверное, зря кавалерию строил. Да, у нас всадник Малон, собственно, был. Ну, каравеллы, каперы. У нас не морская карта, тут как-то делать... Так, ладно, что у нас флотоводцы армаду формируют, а это дает уровень. Ну, пока не особо хочу их использовать. Так, сделал еще одного шпиона. Вавилон, Константинополь, Аквилея и Вавилон. А что, у меня два Вавилона? Так, ладно, где нам... деньги воровать. 894 у корейца. Ну-ка, отправим в Пивен Мапу. Где у нас... Я пока не буду Каспопор строить, я просто подумаю, где он будет. Ага, скорее всего, здесь я поставлю его. Военное ведомство. Вообще хочется морской порт, чтобы опять же рос город. Давайте сначала морской порт поставлю. Потом, наверное, все-таки королевское общество, чтобы ускорять улетание. А потом подумаем, космопорт или центр вещания.
Так, ну тут рост есть, наука есть, окей. Здесь, кстати, можно... Вообще как-то мало... Ну, вообще, давайте уже чисто... Тут не особо много клеток осталось. По-моему, город реально все клетки, которые может обрабатывать, обрабатывает. Так что нету смысла особо делать какую-то специализацию. Я думаю, и пригород нету смысла. Космопорт. Ну, тут 85 производства. В принципе, норм. Единственное, непонятно куда. Ну, вот, например, на эту ферму уже вместо Анкар... Что тут Анкартхому расти? Я думаю, бессмысленно. Кстати, театралочка завершена. Давайте купим... Так, проверю, какие тут великие люди. Так, это я отказался от инженера. Великий ученый. Я его получу просто. Ну, не особо мне тут нужны. Так что покупаю просто за веру амфитеатр. Давайте археологический куплю. И здесь построим археолога. Да, я бы, наверное, вот это место передал про Ахвихей. Тут... Конечно, торговец, есть один ход на торговец. Сейчас куплю просто за деньги, а построю космопорт тут. Подождите. Не, ну тут производство есть. Я понимаю, что тут много пищи, но зачем мне сейчас уже пищи? Я бы тут просто космопорт ставил. Гидроэлектростанция. Ну, тоже космопорт, наверное. Давайте передадим вот эту клетку с болотом. Подождите, а кому она вообще принадлежит? А, так она и этому городу и принадлежит. Отлично. Плотину достроили. Сначала продуктовый рынок, потом морской порт. Тут слишком мало производства, чтобы космопорты строить. Кавалерия. Где у меня... Вот сюда скачет. Рабочий. Какие еще клетки не обработаны? Ну, там у русского, наверное. Где-нибудь. Камень. Кстати, давайте камень вырубим. Это его не надо обрабатывать, потому что он в четвертом радиусе. Но вырубить, чтобы он дал производство. Кстати, куда он даст? А, прикол. Он к Кахоке относится. Прикиньте. Почему-то Кахоке аж за... Первый раз такое вижу. То есть, это границы Кахоки, они за каким-то... А, нет, я не прав. Наверное, тут как-то оно... Например, вот эта клетка принадлежала Кахоке, и потом дальше пошла. Потом я ее передал, например, Вимаяпуре, или эту клетку, Певину. Наверное, так было. Так, нам вообще военного инженера, на самом деле, здесь где-нибудь поставить... А тут где-нибудь... О, военная академия. Давайте в Фесе... В Фесе купим военного инженера. И здесь просто поставим клетку с аэропортом. То есть не обязательно район аэропорт строить. Можно военным инженером поставить. Только не уверен, есть ли у нас это улучшение. Открыли ли мы его... Да, есть, сразу в авиации. Взлетная полоса, так, хорошо. Ну, давайте испанцу, что тут откладывать? Сколько у него армии? 264, ну это смех. С ним воюют Менелик, Рим и австралиец. Я могу, мне кажется, с Римом. А почему нету испанцев здесь? А, вот. Колониальная война. Вот так давайте. И он нам что-нибудь заплатит, я думаю. Одну монетку. Ну и нормально. Почему нет?
пока прокачиваем самолет, их некуда перемещать, в общем-то. Так, Малоном отскочим назад пока. Не хочу в кавалерию его апгрейдить. О! Нашлись еще испанские кирасиры, плавающие. Моржи. Кирасиры-моржи, которые плавают рядом с Северным полюсом. Да, кстати, торговые пути надо. Какие у нас самый дорогой, куда торговый путь, как всегда, проверяем. Ну, у нас, конечно, офигительно тут к инку бегает. 35,6. Ну и на производ, наверное, из Уильи в Коска. В Куска. Нет, у нас Уильи. Уильи новый, а просто Уильи вот. Купим торговца. Ну, все остальное зашибись. Сейчас сталеварение откроем. Там я открыл же спутники, да. То есть проекты есть. Идем... Идем в Уран. Одну мазутную электростанцию построить. Сначала, наверное, нефть откроем. Но у меня есть где не построены угольные еще. Ой. Блин, а там наказал меня броненосец. Только трусы нападают на слабых. Ну да, надо дождаться, чтобы посильнее было. Все посильнее были. Так, городские укрепления получили. Там, по-моему, довольно раненый был, да. Можем добить этого броненосца, отомстим за команду капера. Так. Вот здесь давайте взлетную полосу. Три ячейки самолетов. На всякий случай поставим сюда защищать летучий отряд. Давайте даже апнем. Чтобы посильнее был. Так. Блин, ничего не захвачу пока. Ну, мне надо... Так, этот не добежит. О, добежит. Я думаю, что захвачу сейчас двумя армиями кирасиров. Вообще, конечно, наличие самолетов и кирасиров удивляет. О, все, минус Кабул. Вперед на Испанию. Я, наверное, где-нибудь еще здесь сделаю. Просто нету смысла мне Сарагосу обстреливать. А, в Кабул давайте, конечно же. А остальные вот... Хотя тут Валенсию можно отсюда. Вот, Валенсию можно обстреливать. Кабул сохраняем. Монумент, амбар, водяная мельница. Чиним. И что, только военный лагерь? Хм. Так, ученого забираем. Где у нас тропические леса самые такие? Богатые. На нашей территории посмотрим. Ну, не обязательно на нашей территории. Вот, теперь 4, да, сразу сработает. Здесь тоже как бы 4. Ну, в общем-то, в общем... И нету больше нигде поблизости. Все остальное... Сюда надо везти. А где она появилась вообще? О. Джанаки Аммал. То есть, 4... 4 клетки с тропическим лесом вот тут будет.
Хорошее место активации. Отправляем в Куско. Тут лесопилку. Так, этим беспорядки, хищение средств. Давайте начнем с хищения средств сразу. Значит, у меня, видимо, один был на хищение средств и отправлял сюда, а другим я буду воровать науку. Так, тут источники сначала найдем. Малон. Ну, сюда давайте перебросим пока. В Ахине рынок. Плотина. Стоит ли тут уже строить плотину? Тут сейчас останется 3 хода. А много затопит? А, вот эти 2 тундры. Ну, вот эту, правда, жалко. А это вообще к Ахину относится, да? Да, вот эту клеточку жалко. Ну, потому что... Центр коммерции — это плюс караван как раз. Ладно, давайте морской плот. Там, блин, я забыл про... Я хотел помочь. 2 хода, просьба о помощи у Японии. Ну, видимо... Видимо, уже точно нет. Ведь я мог сколько очков получить? 2 очка дипломатической победы. Вообще-то... можно было и попробовать. Давайте вот в этих городах, где оказание... Ну, блин, на 2 хода. Ладно, уже реально поздно. Буря, недалеко. Так, с Австралией продолжим союз. Отлично. Вот 2 моих союзника всю игру. Лаба строится. Ну, посмотрим, что тут Испания может сделать. Мне кажется, ничего. В Вавилоне хватает лояльности, чтобы... Ух ты, Рим меня осуждает. Я ж только что с тобой в войну вступил. Ты чё? Мы были августейшими и блистательными. А, неважно, вы победили. Пусть ваше правление будет более мирным, чем мое. Это вряд ли. Как раз у тебя было очень мирное правление. Практически не воевал, бедняга, ни с кем. Даже не хочу захватывать, хай они сами присоединяются. Блин, на такой огромной территории всего лишь один ресурс нефти. Ураган 5-й категории, хорошо не около моих берегов. У Вавилона Кумаси отвалился, ну и Дортмунд отвалился. Интересно, захватит ли Португалию бразилец с Вавилоном? Все-таки 2 города. Всего 2 города. Поехали обстреливать все любое в Испании. Покалечимся. Вальядолид обстреливаем. Вальядолид обстреливаем. Наверное, Вальядолид обстреливаем. Так. Этим... Тут где-то, наверное, хочу еще поставить... взлетную полосу. Так, похоже, Валенсия падает. Ага. Забрали. А пластмассы за счет чего? А, добыча нефти уже пошла. Понял. Сохраняем город. Ну, я тут, наверное, монумент все-таки построил. Здесь, видимо, да. Здесь надо построить. Ну, в смысле, купить, конечно же, купить. В Москве лаба. Давайте вот так.
Угольная шахта. Катя, давайте мы же тут мазутную как раз построим. Там есть для ускорения. Требуется мазутная. Есть акведук во Франкфурте. Давайте здесь промышленную зону. А почему на плюс 3? Подождите. А, тут дамба еще не достроена. Думаю, странно, дамба же вроде как минимум, видите, плюс 5 должен. Ну, будет плюс 5, когда дамба достроится. Неважно. Ну, тут Дортмунд уже сам по себе. Давайте, куда мы... Сюда давайте, в Прайхвихею и... Так, давайте разъединим их. И в Харихарал... А, в Харихарала есть, тогда в Женеву. Ну, против японца, на всякий случай, если он вдруг решит нападать. Нижний Новгород, универ. Надо ли нам тут центр коммерции построить? Собственно, а почему нет, да? Промышленную зону я вот тут все хочу, жду археолога туда. Давайте центр коммерции здесь, на речке. Или нет, давайте вот здесь, и тут тогда... Промышленная зона будет... Да, давайте вот сюда. Тут плюс 2 за счет стен... стен. Гор. Верфь. Лаба есть. Наука. В Наге всего 12 жителей. Как бы и производства тут мало. Давайте продуктовый рынок. Космопорт мы тут строить, наверное, в нем не будем. Слишком маленькое производство. О! Так, двигатель ВС он откроет, да? Давайте так, так пока сделаем. Вообще, я бы, наверное, и пластмассы открыл. Видите, вот, вот тут мазутная электростанция. Блин, а сколько она стоит? Может, мне ее лучше в Москве купить будет? 1200, да, будет? 1400. Давайте я ее куплю следующим ходом. Лучше центр вещания. Надо только не забыть. Так, двигатель ВС есть. Сейчас уран откроем. Потом запустим спутник, чтобы видеть, в кого прилетит ракета с подарочным ураном внутри. Еще подумаю, куда мне бросить, но первый президент, мне кажется, Колумбия. Итак, так, три посла, натуралиста можно. Я хочу попробовать натуралиста, кстати, еще. Так, урана у нас, походу, дофига. И нигде не обработан, правда. С другой стороны. Так, бомбардировщик прокачаем. А она ко мне, кстати, отваливается, нет? Да, только очень медленно. В Уильи недостаточно жилья. Ну, пускай производство тут чисто идет, хотя тут только библиотека, даже универа с лабораторией нету. Менять ничего не буду. Мне кажется, вот где-то здесь должны... Давайте, короче, купим натуралиста. Наверное, следующим ходом я смогу посмотреть, но мне кажется, тут где-то у меня в нескольких даже местах должны быть парки. Возможны.
Вимая Пури, ну, вроде довольство, что-то меня тут обманывают, что недовольство. Вроде все норм даже. Не знаю, так, в Ильяновом пригород. Это у нас жилье появляется. И продуктовый рынок. Так, и этим ходом я хотел в Москве купить мазутную электростанцию. Так, пластмассы. После пластмасс давайте расщепление ядра. Хотя я бы апнул до колонны снабжения, пожалуй. Ладно, давайте пока до дороги дойдем. Вообще 710 дороговато. Вальядолит взят. Это ж как испанец вообще без монументов живет? Тут у него там все города поотваливались в пользу инка. Блин, мне надо как-то Мадрид подсветить. Мне кажется, не должны армию кирасиров убить, так что встану просто так. Не долетает. Ну, давайте Сарагосу. И все, то есть. Раз, два, три, четыре, да. Шесть. Шесть самолетиков отработали. Здесь взлетную. Подождите, почему? Что рядом с. Почему я никаких. Блин, тупой, сюда смотрю зачем-то. Вот взлетная полоса. Давайте тут сделаем. Валидарит сохраняем. Уже потихоньку отваливается. Ну, минус 8. Конечно, могу сюда куда-нибудь Губерн. Мне кажется, я Мадрид заберу, и все это отваливание закончится. Морской порт. Это к росту, конечно. Ну что, тут космопорт тоже надо строить. Вопрос, где? А, ну вот здесь. Что это вот? Так, и тут надо купить будет рабочего уран обрабатывать. У меня, кстати, три урана, ни один не обрабатывается пока. Хотя, может мне тогда сделать строителя еще? Я лучше торговца сделаю, а строителей куплю. Не хочу на алюминий. Мне шести бомбардировщиков хватит за глаза. Ну да, Мадрид слабенько стреляет. Пять урона. Всего лишь пять урона. У Мадрида. Так, рыбацкие суда плюс пищу. Просьба о помощи с японцем закончилась. Долетит, интересно, до Мадрида? Нет, далековато. А этот? И этот нет. Так, ну вот как раз... Когда самолеты, есть смысл на взлетные полосы сажать. Вот отсюда долетит. А сюда на взлетные полосы вот этих. Которые из более... Которые не прокачаны на дальность.
Следующим ходом минус Мадрид у Испании. О, тут у нас есть рабочий. Зашибись, как раз. Ну, а камень надо будет вырезать. Он там не нужен. А торговый путь откуда? И куда? Так много торговых путей, что еле открывается список. Так, из Харихаралаи в Куско. Ну что, все равно они не показывают, что я где-то могу сделать национальный парк. Прикиньте. Ну это я удивлен, конечно. Да. Ну ладно, подождем, может быть появятся такие клетки. Просто пока тут поставлю. Постоим в Вале... А, могу, кстати, караванчик ограбить, зачем-то привел испанец. Скачу дальше открыть, что там есть. Так, вот этого и археолога специально, чтобы вот тут покопать, около Нижнего Новгорода. На этой клетке. Тут, возможно, тоже уберу, но мне важнее вот именно те две. Время выполнения задания, подрыв плотины, хищение технологий. Хищение технологий нет, а вот дамбу подорвать за милую душу. В Аквилею хищение шедевра, вероятность побега, интерес губернатора. Хищение шедевра. Производство в Женеве. Морской порт сделали. Ну, рост есть, наука есть. Космопорт здесь 72. Ну, как-то маловато. Маловато. Давайте просто исследовательские гранты. Не хочу оказывать помощь уже, вряд ли. Мне надо было ту с Японии хотя бы попробовать, тогда имело смысл. Я бы мог 14 очков набрать, и был бы какой-нибудь шанс на дипломатическую победу. Так, здесь у нас 100. Вот тут космопорт ставится. Сюда давайте, тоже рядом с другим космопортом. А центр вещания просто купим за веру. В Санкт-Петербурге лаба, арена. А, нет, вообще промышленную зону давайте отремонтируем. В Франкфурте недостаточно довольства, в Санкт-Петербурге недостаточно довольства. Ай, пускай постоит. Не знаю, не хочу я его в транспорт снабжения им заниматься еще зачем-то. Кантамбрийские горы. Все в инкских тоннелях. Так, у нас тут уровень получил. Плюс 2 к дальности. Минус столицу Испании. Так, сейчас посмотрим, как Вальядолид. Минус 2, и тут вообще уже плюс 1,5. Да, Мадрид было важно забрать. Сарагоса как? Минус 12. Ну, нам надо... Сколько у испанцев вообще осталось городов? 3. Одна из них Сарагоса. Не обращаем внимания. Странно. Неужели тут еще два города где-то
Ну, похоже на то, да. А вот Барселона. А вот Лас-Пальмас. Причем уже и Барселона уже отваливается. Не, ну может она только сейчас стала столицей. Может следующим ходом она не будет уже отваливаться. Ну хоть в Мадриде монумент есть. Совсем как-то без монументов абсолютно. Ну, я бы уже здесь чисто гранты просто ставил. Из столиц. Ну, где у меня больше всего производства, где я планирую. Так, и если у нас великие люди, ученого нету, инженера нету. Хотя инженера через два хода, по идее, бразилец этого заберет, я думаю. Какой-то новый будет. Тут уже инки. Встану в Вальядолид капером. Да, пускай бегает в Куск. Подождите, у нас не стоит карточка учетной базы. А, просто сейчас считается, пока не принято. Но это за счет... Мы какой-то этот, наверное, дворец Патала захватили. Тут появилось еще олигархическое наследие, не хочу, торговое наследие не хочу, защита родины не хочу. Что есть? Колониальные налоги. Плюс 10% производства на другом континенте. Конечно, плюс 35% производства. Плюс 15% скорости роста на всех континентах. Кроме того, на котором находится ваша изначальная столица. Ну, не знаю. Право прохода. Я вообще с каким-нибудь ГГшкой хочу что-нибудь заключить. Но у меня 6 послов уже для всех научных. Нет. На самом деле. Так что, наверное, это ничего не используем. Треугольную торговлю не хочу. Рационализм плюс 50. Либо счастье с губернаторами. Я бы, наверное, кстати, на счастье с губернаторами поставил. С двумя прокачками. Это, конечно, на самом деле влияет только на Магнуса, Пингалу и Лян, получается. Даже на Лян, возможно, не влияет. Но в тех городах, где у нас находятся эти губернаторы, это существенно. Так, что же нам в Кахоке? Ну, космопорт мы тут не будем строить. Просто негде. Ну что, давайте тоже исследовательские гранты. Шесть урона, 4 урона, 8 урона. Но это не серьезно. У меня уже почти 1000 науки. Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. Блин, Барселона реально и так отваливается. Может, мне уже с ним не воевать, пускай это все отвалится само по себе.
смысл. Пойдем просто территорию открывать. Да, но мне надо же как-то... Ну, самолет я буду сейчас просто прокачивать, атакуя города. Какая разница? А испанец... С кем-нибудь кроме меня воюет? С Римом и Эфиопом. То есть Эфиоп на самом деле Лас-Пальмас может захватить, да? Подсвечу Барселону рабочую. Археологический в Берлине. Археолог 9 ходов, но я его куплю, наверное. Хотя его куплю, а тут буду строить мастерскую. Нгулу на производство в первую очередь. Ну, караваны из Нгулу в первую очередь на производство. Подожди, там границы Эфиопа. Надо, наверное, у него попросить открытые границы. А, он не даст. Он осуждает меня. Ну и не надо. По ресам с кем-нибудь торговать есть? Цитрусовую шумера. Гипс у Кореи. Ой, давайте им просто еще одну эту дадим, пофигу. Написано, что Лас-Пальмас в осаде. Мне хватает одного юнита с одной стороны, чтобы его в осаде держать. Или там с той стороны все-таки какой-то эфиопский еще бегает. Так, кто в золотой век вышел? Вместе со мной, я имею в виду. Никто. У мапучи как возрождение начался золотой век, так безостановочно и продолжается. Не, давайте, наверное, пульс паровой машины, чисто чтобы компуса производства еще давали. Чё мне уже сейчас деньги? Деньги уже не интересно. Так, это мы тут корабли крушения нашли. Прокачали хищение средств. Спровоцировать беспорядки. Срыв ракетостроения. Скандал. Ну, я не знаю, там мало уже ГГшек. Давайте срыв ракетостроения. Так,
А вот и инженер. При строительстве чуда света дает производство максимум до половины вашей текущей золотой казны. Да не нужен он мне. Ждем инженера на... На бонус к... Улетанию. О, дамбу достроили. Так, здесь уже, значит, 12 производства. Ну, универ давайте, наверное. Продуктовый рынок. Ну, хоть куда-то расти теперь будет. Так. Здесь я, по-моему, сюда космопорт хотел, да. Я думаю, имеет смысл уже поставить. Центр коммерции, рынок. Ну, давайте в Брюссель до 6 доведу. А что он дает вообще? При строительстве чудес света увеличивается... Я не собираюсь чудеса уже строить, похоже. Бандар Брюне, конечно, можно еще. А давайте прям. Никого я тут союзить дико не собираюсь. Просто пускай... Там 6 послов будет. Так, вот этого сюда, наверное, направим, сразу уберем. И здесь у нас вот есть уран, поэтому купим строителя. Уран обработать. Сарагосу подсвечу. Блин, дайте я тоже подойду, посмотрю, там реально какие-то войска. А, тут, наверное, просто прикол. То есть город полностью поставлен просто внутри. Знаете, я его... Он когда отвалится... Просто когда отвалится, я его захвачу и уничтожу просто. Ну, это смешной город. И, конечно, кампус со священным местом есть. Может, ну ладно, может и не стоит уничтожать. То есть тут никакой не эфиоп его захватывает. Просто все закрыто со всех сторон. Не может никак подойти. Блин, а надо мне ждать, что они отвалятся. Сарагоса отвалится и все. Короче, давайте забираем Барселону и Лас-Пальмас и успокаиваемся. Просто Лас-Пальмас между гор стоит такой. Ну, пошли уже в космическую гонку. Я жду расщепления ядра один ход. Ладно, следующим ходом откроется. И космическую гонку я тоже должен тут ускорить уже космопортом. 5 ходов, да. Ну что, дальше с Америкой воевать? 5 монумента нету. Туризм от шедевров. Наверное, ничего не буду менять. Хотя вот юниты... Да, 50 на кавалерию можно убрать. Что у нас тут есть? О, военная наука. Плюс 22
науки. Вот ее давайте поставим. 1000, да? 1015 науки. Вот я что-то не могу сообразить. Напишите в комментариях. 1000 на стандартной скорости и 1000 на сетевой скорости. Как они соединяются? По идее, ну, 1000 на сетевой, по моему мнению, получается, должно быть меньше, чем 1000 на стандартной. Я понимаю, что тут техи дороже стоят. Не, подожди, тут техи дороже стоят. То есть это, по идее, 500 на сетевой, да? Все-таки. Все-таки, наверное, 500 на сетевой. Тут что-то вообще как-то очень много археологических распоков в этой пустыне. Чувствую себя реально Индиана Джонсом или какой-нибудь этой мумия. Как там фильм назывался? Гуманитарная помощь Джону Коррину. Слушайте, тут реально можно было победить дипломатией. Смотрите, сколько... Да вот, то у меня уже было бы, если бы я там взялся, 14 очков дипломатических. Вот в этих еще это плюс 18. Там победить просто в каком-нибудь голосовании еще на Конгрессе и все. Слишком много предложений о помощи просто у компьютера. Слушайте, давайте, может, реально просьба о помощи вот эти сейчас три попробуем. А вдруг получится дипломатии победить? На вашей территории у вражеских шпионов минус 2. Плюс 100 к морским юнитам. Каждый ваш посол дает двойной эффект, если отличается от вашего. Содержание ядерных устройств меньше. Урок группы. Дополнительный шпион. Так. Космическую гонку открываем. О, этого возьмем инженера. Хотя, может, следующий на 100% будет. Нет, это хороший был на 20%. Хорошо, взяли. Продуктовый рынок. Давайте оказание помощи. Санкт-Петербург. Арену, потом оказание помощи. Это ж пофигу где, да? Да. Просто плюс 20% к ракетным этим проектам. Так, здесь уран добываем. Так, ну вот здесь уже ждем, когда Сарагоса отвалится, так? Будем американца гасить. Какая у нас повод? Колониальная, да? Не, ну а фиг ли он отсталый такой? Надо как-то им в города принести прогресс. Как это еще сделать, как не на самолетку? Даже защита 58 всего лишь. Просто три самолета и забрали. Кстати, Барселона отваливается. Наверное, все-таки в Барселону имеет смысл Виктора пересадить из Харихаралаи.
Это несмотря на то, что у меня золотой век, а у всех остальных какой угодно, кроме золотого. Цинциннати, Нью-Йорк, все будет захвачено. Так, этот у нас хищение средств, ракетостроение, беспорядки. О, плотину уже, да, сломали. Пересаживаем, куда есть еще плотина, где есть еще плотина. В Константинополе, нет, ну, Византия отстающая. Так, вообще... О, Гильгамеш уже запускает. Ну-ка. Вон, в Уруке есть дамба. Слушайте, Гильгамеш уже первый проект заканчивает. Ничего себе. Я еще даже космопорт не построил. Не, что-то тут пока... Не все так просто. Видимо, ядерная ракета Гильгамешу в гости прилетит. Операция Иви, запуск колонии на Марсе, поехали. Так, мне, по-моему, Минилик войну объявил. Да. 100% к типичным бонусам. Не знаю, давайте за научный. Вообще не знаю, что ничего не надо. Дополнительное довольство от янтаря. Выбранный игрок 2 очка, это я. И всемирная выставка, хай пройдет. Ну сейчас что-то компьютер запретит какой-то ресурс роскоши. Возможно, кстати, у меня заберут очки. Нет, смотрите, японец получил 2 очка. Не дают черепахи бонуса. Плюс 100% в научный город-государство. О, Дортмунд к нам присоединился. Художника берем. 100% космическая гонка. Нам нужна Стефани Кволек. Не, ну американцы просто за 3 удара самолетов. А Минилик мне объявил войну или... Блин, я что-то не заметил. Или он Инку объявил войну, а я уже добавился как союзник. Тапнуть. Я все равно сейчас не могу захватить.
Так, у нас еще появилось 6 артефактов. Может, можем что-нибудь собрать? Античность, промышленность, возрождение. Древний, древний, средневековье. Промышленный, возрождение, промышленный. Ну вот промышленное, тут все Фридрих Барбаросса, а тут... Мне нравятся бусики, что промышленные эры, Петр Великий, Филипп. О, так, во-первых, тут тематический бонус. Промышленное средневековье возрождение. Блин, нету три средневековья. Возрождение тоже два, что ли? Да. Ну ладно. Когда испанца не станет, через три хода. Почему Сиднейский только там строится? Только на побережье рядом с сушей и гаванью. А Христос Искупитель? Ладно, торговца. Оказание помощи 44. Тут что-нибудь сломано вообще. Ну и тут тонет город, я не хочу. Ну вообще гавань можно отремонтировать. Не хочу некие уже дамбы строить. Понятно. Колыбель цивилизации. Не знаю, что это за повестка колыбель цивилизации. Куда это там вмешивается Джон Кёртин в колыбель цивилизации? Золото от лагерей, геотермальная энергия, кстати, имеет смысл... У нас тут где-то много. Вот, например. Хватит тут уже строить. Я тут просто куплю рабочего еще раз. Геотермалочки поделаю. Повысим. Так. А у нас Магнус на углу. Тогда... Магнуса на кооперацию. Вот Америку я, пожалуй, уничтожу, не буду ждать, пока она отвалится. Сейчас у него осталось тут Филадельфия и Вашингтон. У нас Валетта есть, оказывается. Черт. Так я только сейчас нашел. Че я, черт говорю, я только сейчас нашел. Шесть послов.
Есть ли что-нибудь открыть на послов? Вот есть один посол. Один у меня так есть, это два посла будет. Четыре опера и балет. Ну, все, не хватает. Но это можно за веру все эти поставить. Плотины, в общем-то. Вашингтон не вижу. Черт, так, надо хоть один самолетик да перебросить. Сюда давайте. Тогда Вашингтон засветится просто. Могу ее... Блин, тут надо собрать эти... раскопки провести. Так, а здесь я думал космопорт сюда ставить. Ну, блин, 82 производства. Ну, ладно. Почему нет? Какой мир, Испания? О чем ты? Все, тебя уже скоро не будет. Ну, а после Америки займемся... Эфиопии. Я на континенте вот этих троих только оставлю. Инка за то, что был хорошим другом. Соликамск присоединился. Так, здесь у нас кого? Тесла набилась. Тесла набился. Давайте я откажусь, пожалуй. Возможно, тут будет инженер на плюс 100%. Блин, нам надо почитать и на ученого тоже. Ну, тут нету кампусов, чтобы читать. Все в Нгулу. Тут есть кампус, давайте исследовательские гранты сделаем. В Гамбурге нету кампуса. Оказание помощи. Там что-то инк вообще на оказание помощи неплохо. Но все равно я в лидерах. Просто два выстрела и минус город.
Последний город, я думаю, в Америке остался. Так, Нью-Йорк сильно отваливается? Нет, он уже не отваливается вообще. Кайф. Черепахи обрабатывать нафиг надо. Вот давайте поориентируем лошадей. Так, геотермалка. Геотермальные вообще где у нас сейчас есть, чтобы электричество получать? Да, тут только надо добыть археологов. Так, Сарагоса еще не отвалилась. Тут у нас есть рабочий и еще один, еще одна. Блин. А, Нгулу прям на ней стоит, да. Ну, тогда тут нефть у нас бежит делать. Ремонтируем скот. Так, на производство в Куско. Новый Орлеан. Все отремонтировано. Оказание помощи. В Москве центр вещания. Оказание помощи. Вообще, конечно, по-хорошему я тут весь континент могу забрать уже. Постоянно пишут, типа, выиграй военной победой. Зачем? То есть зачем вот этим сидеть, заниматься? Когда уже понятно, что ты улетаешь. Это вообще изи. Я даже могу не позволить всем никому улететь, просто ядерками их уже закидать. Но зачем тратить на это время? Так, плюс 15 проекту космическая гонка. Я думаю, имеет смысл поставить вместо содержания юнитов. А, если есть военный лагерь, военная академия или порт, блин. Ладно, все равно пускай стоит. У меня в Нгулу этого ничего нету. Поэтому и вряд ли получится. Блин, рта плавает испанская. Ай. И смех, и грех. Так, мне надо город увидеть. О. Тоже отваливается, кстати. Так, давайте проверим, что у американца это последний город. А, не, еще Чикаго. Во где Чикаго. Бля, офигительно стоит Чикаго, просто на три клетки. А этот как? Минус 11. Ну, я бы Путиолы забрал, Чикаго пускай отваливается, я бы занялся уже Эфиопом. Есть космопорт. Запуск искусственного спутника. Как у нас тут с ученой? Пока не можем. О, 1500. Вот это наш парень. Инженер Ковалев. Так, тут лазеры системы наведения. Лазеры системы наведения. Сюда нужно силовые ячейки открыть. Лазеры. Лазеры. Это ядерный... Давайте пока лазеры... Видимо.
Два аэропорта, дальняя связь. Дальнюю связь, кстати, тоже можно будет исследовать, но она, по-моему, ни к чему не ведет. Ну, то есть ради ядерных ракет в будущем. Аддис Абебу уже обстреливать сразу, чтобы не забирать мелкие города сразу с крупных. А, я просто Аддис Абебу не вижу, ладно. Угля уже накоплено. Сарагоса через ход. Да, давайте отправим к этому урану. Помощи. Так, что у нас там вообще с улетанием? Так, уже и Гильгамеш вторую делает, и Почекуток с Боливаром первую. А я даже только этим ходом начал. Черт. А как они так умеют? 1100 науки, они уже так улетают. Что за фигня? Так, исследовательские гранты, пожалуй, продолжу. Нам... Мы что-нибудь ученый нужен. Ну, тут слишком долго советские гранты, поэтому я тут ремонтирую. Вы можете думать о космосе, когда на Земле столько проблем, требующих вашего самого пристального внимания? Ну вот, и как бы моя проблема Эфиопии и Америка, я, собственно, как раз на них очень много внимания обращаю. А вот и Япония объявила войну. Не зря я там держал... Ух ты, танчики пошли. Так, это интересно. Значит, мушкетеров я могу в мотопехоту за 2400, наверное, пока не буду. Ну... А это даже корпуса, да, они? Ну, мне бы, кстати, апнуть тогда этих пушки... пулеметную роту. Вот это важно, потому что тогда у меня города будут стрелять как пулеметная рота. И можно, кстати, пулеметными ротами сюда возвращаться. Я пулеметными ротами это все отобью. Ну, сейчас пограбить немного мне тут. Конечно, японец. Но он же еще объявил войну инку, получается, так? Да. А, значит, Минелик все-таки объявил войну... Подождите. Я так и не понял, кому Минелик войну... Может, он в союзе с Америкой был? Да, он в союзе с Америкой, черт. Что-то я туплю. В союзе с Америкой, поэтому, когда я объявил войну Америке, и Минелик мне войну объявил. Все, про американца можно забыть. Чикаго мы заниматься не будем.
А, Пучиола, кстати, это римский город. Рим тут каким-то образом слил все. Лесопилки. Да, и может перебросить самолеты тогда против японца частично вот сюда, например. Я дотянусь до танчиков. Я не думаю, что тут много самолетов надо, чтобы забрать. Хотя, если я, наверное, не засвечу отсюда, да. На родной территории. Давайте слежка, поставим его в космопорт. Опа, почему у меня нету? Ушла наука от... Ну ладно. Алюминий неохота, как я и говорил. Скидка на... Дайте вот скидка на улучшение ресурса и золота. Может быть, апнем реально. Когда денег меньше будет требовать. Так, оказание помощи, теперь исследовательские гранты. Потому что кволик нам очень нужна. Все, минус Испания. На этом волнительном моменте уничтожения другой цивилизации давайте закончим эту серию, продолжение будет завтра. Спонсоры канала могут посмотреть его прямо сейчас во вкладке сообщества. Ну и напоминаю про клипы, пожалуйста, не забывайте делать клипы и бросать их в виде ссылок в комментарии под это видео. Потом я из них сделаю такое маленькое видео. Спасибо, что досмотрели. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!